Ведь она, как и я, учительская дочка. Вот мне трудно представить себе, что моя мама историк, вот приходит там молодой человек с ней знакомиться, и она вдруг так: в каком году родился Иосиф Виссарионович Сосандульский? Понимаете? А вы же даже, она русский язык литературы преподавала, диктанты писали, да? Да, она очень любила тестировать и давала диктанты. А вот расскажите мне, пожалуйста, вот эту ситуацию, вот я прямо ее вижу. Вы приходите, мама говорит: познакомься, пожалуйста, Андрюша. Она говорит: я с ним познакомлюсь после диктанта. Садись, Андрюха, вам авторучку, и вы там тетрадка в клеточку пишете, да? 15 октября, домашняя работа. Она, это не сразу прям было, сразу, как приходил, но постепенно она к этому... Они спросили, маменька, зачем? Ну, она считала, что так, нужно посмотреть, протестировать людей. Подождите, а как вы согласились? Интеллект проверяла, да? Как вы согласились на это? Человек, уважающий себя, в здравом уме вообще на это не пойдет. Ну, она, видать, была не в здравом, раз так тестировала. Поэтому он скажет: ну, что я буду с ней связываться-то? А сумасшедшим надо как раз вот по-хорошему. Конечно, да, и пишу. Мама хотела... Дура вы, мама. Мама хотела ученую степень какую-то.